закінчили, ми можемо продовжувати. Наш наступний спікер Олексій Селізньов. Давайте йому похлопаємо. Він буде виступати з темою «Три кроки для побудови аналітиків компанії». Добрый день. Как меня уже представили, зовут меня Алексей Селезнев. Я руковожу отделом аналитики в агентстве интернет-маркетинга NetPeak. Являюсь автором пакетов для языка R, который помогает собирать данные из таких систем, как Google Ads, Яндекс.Директ, MyTarget и ряда других популярных систем контекстной рекламы. Также являюсь преподавателем и автором курса языка R для интернет-маркетинга, который стартовал на платформе Info.Data в ноябре этого года. Сегодня я хотел бы поговорить на тему того, чем должен заниматься отдел аналитики, как его необходимо строить и какие задачи решает отдел аналитики у нас в NetPeak. Ну, начну я немножко скажу несколько слов о самом NetPeak, но у меня почему-то кликер не работает. Да, пока мне кликер чинят, я попробую рассказать без него. Так, на рынке мы уже 11 лет, за это время мы успели поработать более чем с 2000 проектов. Сегодня в нашем холдинге работает уже более 400 человек, это данные немножко старые. Вот. За это время, за 11 лет, которые мы на рынке, мы успели поработать с большим количеством, думаю, известных всем вам брендов, такими как OLX, Beeline, Deposit Photo, Sprom, Citrus, Ivrosche и многие другие известные бренды. Помимо самого агентства NetPeak, в холдинге нашем есть уже и другие компании, это продуктовые компании, такие как Serpstat, это сервис для анализа конкурентов поисковой выдачи, компания Ringostat, которая занимается развитием сервиса по отслеживанию звонков, то есть колл-трекинг. Компания NetPeak Software, которая продвигает и развивает два десктопных приложения для SEO-специалистов. Это продукты программы NetPeak Spider и NetPeak Checker. Также у нас есть компания Academy Ocean, которая является сервисом для создания обучающих академий, которые вы можете создавать как для своих сотрудников, либо для пользователей вашего сервиса. И компания Tonti Laguna. Какие задачи вообще должен решать отдел аналитики, ну, по моему мнению, в любой компании? По моему мнению, отдел аналитики должен помогать всем остальным отделам и, в частности, каждому отдельному сотруднику принимать некоторые управленческие решения. Сделать это можно двумя путями. Да? Либо может в штате может быть аналитик, который будет обрабатывать все входящие заявки в ручном режиме и собирать нужные данные, приводить эти данные к виду отчета, анализировать его, делать какие-то выводы и давать на основе этих выводов некоторые рекомендации. Такая схема будет работать, пока в компании 15-20 человек, и таких запросов будет несколько в неделю. Если компания вырастет и будет уже в ней 50-100 сотрудников, соответственно, количество таких запросов на одного аналитика будет очень высоким. И либо придется раздувать штат аналитиков, либо какие-то запросы будут игнорироваться, выполняться долго, и управленческие решения будут приниматься либо некачественные, либо очень медленно. Поэтому мы в NetPeak частично этот процесс автоматизировали. И на сегодняшний день... работает. На сегодняшний день отдел аналитики NetPeak занимается следующими задачами. Мы организовываем процесс сбора и хранения данных, организовываем контроль качества собираемых данных и организовываем доступ к данным всем нашим сотрудникам. Дело в том, что организовать доступ надо таким образом, чтобы у каждого из сотрудников ежедневно был только тот набор отчетов, который нужен непосредственно ему для выполнения своих повседневных задач. Каждый из сотрудников практически в любой компании принимает некоторые управленческие решения на своем уровне ответственности. Давайте рассмотрим три позиции, которые сегодня есть практически в любой компании. Это специалист по контекстной рекламе, руководитель отдела и собственник бизнеса. Специалист по контекстной рекламе принимает управленческие решения на уровне рекламных кампаний. Соответственно, ему нужны отчеты, которые помогут ему найти точки роста в своих рекламных кампаниях. Ему необходимо анализировать показатели эффективности ключевых слов, объявлений, в целом рекламных кампаний, и его задача повысить
рентабельность вложений в контекстную рекламу. Руководитель отдела занимается совсем другими задачами, и он отвечает за эффективность каждого конкретного сотрудника в своем отделе и за эффективность работы всего отдела в целом. Соответственно, ему нужен набор отчетов, который покажет ему ключевые показатели эффективности своего отдела и покажет, каким образом можно эту эффективность повышать. Собственник бизнеса также ежедневно принимает много управленческих решений, но он не может, особенно в крупной компании, заниматься тем, что будет анализировать какие-то рекламные кампании или даже эффективность каждого отдельного сотрудника. Поэтому ему нужен свой совершенно другой набор отчетов и совсем другие данные для выполнения своих ежедневных, для решения своих ежедневных задач. Если, опять же, взять в качестве примера работу специалиста по контекстной рекламе, ежедневно он сталкивается с множеством источников данных, такими как системы контекстной рекламы, CRM-системы, социальные сети, системы веб-аналитики. Каждый из этих инструментов, в свою очередь, собирает достаточно много данных, но не может являться полноценной аналитической системой. Так вот, для того, чтобы... Это все, всего лишь каждый из этих сервисов является шестеренкой в одном большом механизме. Для того, чтобы эти все шестеренки работали как один единый механизм, вам необходимо строить бизнес-аналитические системы, или как их сейчас называют, BI-системы. Вообще, BI само по себе — это совокупность методов, направленных на приведение необработанной информации в удобочитаемые отчеты. На сегодняшний день на рынке достаточно много различных решений от большого количества вендоров, и если верить исследованию компании Gartner, которая проводится ежегодно, то уже на протяжении 5-6 лет лидеры в этой отрасли не меняются, и их остается трое. Это компания Microsoft с платформой Power BI, компания Tableau со своим одноименным продуктом и компания ClickView с продуктами ClickView и ClickSense. По функционалу все эти платформы практически пересекаются процентов так на 90, основным различием между ними является цена. Дешевле всего на сегодняшний день стоит продукт Power BI, и подписка месячная на одного пользователя стоит $10. То есть, в принципе, вполне приемлемые цены. Для того, чтобы внедрять различные BI-системы, мы в NetPeak весь этот процесс внедрения разработки BI-систем разбили на два этапа. Это предпроектная подготовка и техническая реализация. Предпроектная подготовка начинается с того, что вы должны определиться с целями, которые вы хотите решить, которые вы хотите достигнуть с помощью внедрения какой-либо из BI-систем. Далее вы должны определиться с тем, какие данные вам необходимо будет для достижения ваших целей, и с источниками, из которых эти данные можно получить. После чего вам необходимо будет определиться с первоначальным кругом диаграмм, отчетов, которые в дальнейшем вам помогут достигнуть ваших целей. И после чего вы подбираете инструменты и переходите на этап технической реализации, который начинается с разработки структуры базы данных. Вам необходимо определиться с тем, в каком виде ваши данные будут храниться, какие будут таблицы, какие в этих таблицах будут поля и как эти таблицы будут между собой связаны. Далее необходимо организовать весь процесс сбора этих данных и хранения, то есть это, как правило, часть закрывается программистами, либо самой BI-системой и теми коннекторами, которые есть у нее прям из коробки. После чего вы разрабатываете модель данных и строите те отчеты, которые вы для себя определили на этапе предпроектной подготовки. И последним шагом является организация доступа к данным всем сотрудникам. Все аналитические задачи, в свою очередь, состоят практически из тех же шагов. В первую очередь вам необходимо определиться с проблемой, которую вы хотите решить, после чего необходимо обозначить, что будет являться решением вашей проблемы, к какому результату вы хотите прийти. Далее аналитикам уже подбираются варианты оптимального решения этой проблемы и осуществляется техническая реализация, после чего готовое решение передается заказчику. Заказчиком может быть либо руководитель, либо клиент, либо еще кто угодно, кто к вам обратился со своей проблемой. Теперь я расскажу о трех кейсах внедрения BI-систем в NetPeak для решения наших внутренних задач. Почему я хочу рассказать именно про внутренние задачи, поскольку результат, который мы получили от внедрения BI-систем для себя, лежит полностью на мне. Если мы
внедряем некоторые BI-системы для наших клиентов, отчасти полученный результат зависит также и от них, и от того, какие цели они изначально для себя определили. Первый кейс, о котором я расскажу, это автоматизация процесса сбора данных по одному из наших самых крупных клиентов. Это платформа OLX, доска объявлений. Клиент достаточно, на самом деле, крупный. Сегодня над ним работает команда из 7 человек. Они на момент разработки этого решения использовали в своей работе 6 сервисов, логотипы которых вы видите на своем экране. И на сбор и консолидацию данных из всех этих сервисов тратилось порядка 30 человеко-часов ежемесячно. Так вот, для того, чтобы сэкономить это время, эти 30 часов, которые уходили на ручную, рутинную работу каждый месяц, мы решили сделать следующее. Какой результат мы ожидали от всей этой автоматизации? Мы хотели автоматизировать сбор данных из всех источников и консолидировать все собранные данные в две таблицы. В одну таблицу собиралась информация по эффективности продвижения мобильного приложения, а в другую таблицу собиралась информация по эффективности продвижения веб-версии OLX. И далее мы хотели построить в Power BI дашборды, которые бы не мог пользоваться наш клиент, и таким образом ежедневно видеть эффективность вложенных им в рекламу средств. Схема всей этой BI-системы выглядит следующим образом. Было написано несколько R-скриптов. Первый из них запускался ежедневно по расписанию и обращался по API ко всем сервисам. Собирал из них данные и в ходе сбора данных писал лог о том, насколько успешно он обработал каждый сервис, а параллельно в одной из таблиц Google BigQuery. После чего, когда данные были собраны из всех сервисов, запускался еще один скрипт параллельно, который проверял лог сбора данных, то есть лог работы первого скрипта. Если никаких ошибок при сборе данных не было, второй скрипт эти данные подхватывал и записывал опять же в таблице Google BigQuery. Далее к Google BigQuery была подключена платформа Power BI, в которой уже были настроены все отчеты. Если же в ходе сбора данных была обнаружена какая-то ошибка или был какой-то сбой, данные не попадали в BigQuery, а мне на почту приходило письмо о том, что в ходе сбора данных была найдена такая-то ошибка, ее необходимо исправить и запустить сбор данных в ручном режиме. Поскольку отчеты надо было построить не совсем по привычным для многих метрикам, не только по рекламных кампаниям там было очень много, десятки тысяч, клиент хотел видеть нестандартные немножко срезы информации, допустим, в оценке эффективности мобильного приложения он хотел видеть, допустим, в какой платформе продвигаться ему эффективнее. Это могла быть либо iOS, либо Android, и какая из них, реклама в какую из них является более рентабельной. Также он хотел видеть не просто название рекламной кампании в отчете, а цели этой рекламной кампании, потому что там в случае с OLX были рекламные кампании с различными целями. Допустим, какие-то кампании были настроены на привлечение новой аудитории, да, на максимальный охват, а другие рекламные кампании создавались с целью получения новых установок приложения. И, соответственно, в таких разрезах тоже хотел клиент это все видеть. Мы это сделали через стандартизацию имени рекламной кампании и таким образом из рекламной кампании доставали эти категории. Результат, который мы получили от внедрения этой автоматизации, это экономия 30 человеко-часов в месяц, ежедневная частота обновления данных, потому что в момент, когда это все делалось руками, мы могли максимальную частоту обеспечить для обновления этих отчетов, это раз в неделю. И мы исключили полностью человеческий фактор. Когда вы пытаетесь руками собрать данные из 6 различных сервисов и все это свести в единые отчеты, очень высока вероятность того, что вы сделаете какую-то ошибку, и данные будут неточными. Следующий кейс, с которым я сегодня с вами поделюсь, это BI-система для аналитики нашего блога. Блог у нас достаточно крупный, сегодня на нем уже более 1600 уникальных статей, которые написаны были более чем 250 авторами.
И просмотрены были более 22 миллионов раз, 3500 комментаторов оставило более 11 тысяч комментариев. Мы получили уже более 145 тысяч репостов наших статей и более 22 тысяч оценок. Ежемесячно публикуем порядка 25 уникальных статей новых. И над этим всем трудится 6 редакторов. И на все это, на поддержку всего этого блога и его развития, уходит порядка 375 человека часов ежемесячно. Это колоссальные ресурсы, это очень дорогое время. И, естественно, это достаточно большая сумма денег, которая уходит на поддержку и развитие нашего блога. Соответственно, перед нами стал вопрос, а что вообще дает нам ведение блога? Многие оценивают блог не как инструмент продаж, а как инструмент повышения лояльности или повышения узнаваемости вашего бренда, но мы хотели оценить в деньгах, сколько же дает блог нам именно денег. Вообще, является ли он для нас прибыльным? Что мы сделали? Опять же, мы строили всю отчетность на базе Power BI. Данные мы использовали из базы данных блога, из нашей CRM-системы. Также мы использовали OVAX Pipeline для того, чтобы собирать сырые данные о посещении нашего блога в Power BI. Также мы собираем, подгрузили некоторые выжимки из API Google Analytics. Вот. И таким образом мы построили большую BI-платформу, в которой было множество метрик, в принципе, и таких как количество просмотров, количество полученных оценок, репостов. В общем, такие метрики, которые вполне понятны для любого блога. Но мы для оценки того, насколько каждая статья является продающей, ввели и некоторые новые метрики. Одна из таких метрик называется Post Value. Ну, это мы сами придумали такое название, тем не менее, что она обозначает? Давайте рассмотрим три сессии, которые могут быть, к примеру, на любом из блогов. Первое. Посетитель зашел на главную страницу блога, далее прочитал три различные статьи, перешел на страницу оформления заявки и успешно заполнил форму, отправил заявку, и эта заявка попала к нам в CRM-систему. В таком случае каждая из трех прочитанных статей получит 1/3 от этой заявки. То есть 0,33 балла по value. Вторая сессия. Пользователь, допустим, из органики пришел, прочитал одну статью, прочитал вторую статью, перешел на страницу оформления заявки и успешно оформил и отправил эту заявку. Заявка была получена в нашу CRM-систему. Каждая из статей, поскольку он в ходе сессии прочитал их две, получит по половине от этого этого заказа, то есть по 0,5 баллов по value. И третья сессия. Пользователь перешел на блог, прочитал две статьи, перешел на страницу оформления заявки, начал ее заполнять, закрыл, и заявка не была нами получена. В таком случае ни одна из статей не получит никаких баллов. То есть мы оцениваем статьи не по тому, что человек нажал кнопку, а именно потому, что мы после прочтения этих статей получили реально действительную заявку. Как мы еще используем эту метрику? У нас есть под каждой статьей блок с рекомендованными статьями. Так вот, в нем мы выводим те статьи, которые получили за последние 30 дней наибольшее количество баллов по value. Таким образом, мы пытаемся мотивировать наших читателей оставлять заявки на покупку наших услуг. То есть мы считаем, что если эти статьи наиболее часто встречались в пути пользователя в тех сессиях, которые мы получили заявки, то, скорее всего, если мы будем предлагать нашим читателям эти статьи просматривать, то наиболее вероятно, что они тоже нам оставят заявки. В результате внедрения всей этой системы мы узнали, что 25% от всех наших заявок мы получаем непосредственно сразу после прочтения какой-либо из статей на нашем блоге. То есть четверть всех заявок приходит сразу после того, как человек прочитал какие-то статьи на блоге. Мы автоматизировали расчет KPI главного редактора. До этого его работа оценивалась по таким метрикам, как количество сессий на блоге, количество и какие-то поведенческие метрики, то есть, которые не совсем влияют, не совсем могут оценивать работу именно редактора блога. Сейчас мы могли оценивать его бонусы, давать ему, да, и оценивать его работу по уже более объективным метрикам. Также мы получили рейтинги авторов, рейтинги статей, рейтинги категорий на нашем блоге, что помогало уже нашему главному редактору
составлять наиболее эффективно контент-план для публикации статей новых в нашем блоге. Также мы узнали, в конце концов, сколько денег нам приносит сам блог. То есть мы теперь могли посчитать не только, сколько блог нам приносит в целом, но и сколько приносит денег каждая конкретная статья, каждый конкретный автор, каждая конкретная рубрика на нашем блоге. Вот. И таким образом мы могли формировать из этой же информации какие-то рассылки, email, как я уже говорил, делать блоки с рекомендованными статьями и так дальше, мотивировать наших читателей оставлять нам заявки и пользоваться нашими услугами. Последняя BI-система, о которой я сегодня расскажу, это, наверное, пожалуй, на данный момент самая крупная BI-система, которую мы для себя разработали. Разработана она была для отдела контекстной рекламы. На сегодняшний день отдел контекстной рекламы состоит из 50 сотрудников, уже более чем из 50 сотрудников. Трудятся они более чем над 150 проектами одновременно, используя в своей работе десятки сервисов, и, естественно, все это выливается в сотни аккаунтов. И всю эту информацию надо каким-то образом контролировать, следить за эффективностью всей этой рекламы, и что мы для этого сделали. В первую очередь, вся эта BI-система создавалась для того, чтобы мы могли как-то автоматизировать и улучшить качество наших разрабатываемых нами медиапланов. Медиаплан — это такой документ, который формируется перед запуском рекламных кампаний и содержит в себе прогноз о том, какую окупаемость этих рекламных кампаний получит наш клиент. Для того, чтобы спрогнозировать окупаемость этой рекламы, нам необходимо было в этом медиаплане указывать некоторые метрики, такие как стоимость клика, коэффициент конверсии и стоимость конверсии. Если коэффициент конверсии можно, в принципе, подсмотреть в Google Analytics, если хоть как-то он был настроен у нашего клиента, то, как правило, стоимость клика мы бы там не нашли, особенно если клиент до этого вообще никогда не крутил рекламу. В свою очередь, стоимость конверсии как раз зависит таки от предыдущих двух показателей – стоимости клика и коэффициента конверсии. То есть моей задачей было найти информацию по стоимости клика. В свою очередь, стоимость клика очень сильно зависит от тематики проекта, от географии продвижения, от источников, которые вы используете, это там Яндекс, Google или еще какая-либо система контекстной рекламы, и от сети распространения объявлений, это может быть поиск или медийная реклама. Так вот, первое, что я начал делать, это пытался найти какие-то исследования в интернете готовые. Но, к сожалению, после того, как я пару дней попробовал что-то найти актуальное и интересное, и к тому, чтобы это было применимо на СНГ, на рынок наш, я ничего не нашел. Поэтому сделал следующее. Я написал скрипт, который парсил информацию по стоимости клика в разрезе регионов с привязкой к тематике проекта из наших аккаунтов Google AdWords и собирал это все в нашу внутреннюю базу. На тот момент это была база MySQL. Вот. И на основании этих данных мы построили отчеты, в которых была информация по стоимости клика в разрезе регионов и тематик, и сети распространения объявлений. В общем, в принципе, по Google AdWords мы получили всю информацию, которая необходима для построения тех прогнозов, о которых я говорил. Почему я начал именно с Google AdWords? Поскольку до сих пор это является основным источником закупки трафика на PIP. Вот. И на основании этих данных мы могли примерно прогнозировать уже все остальные источники. Далее я написал еще ряд скриптов и собрал информацию из Google Analytics, директов, из Book, из нашей CRM-системы, соединил это все. И у нас получилась BI-система, в которой сейчас порядка 150 визуальных элементов, это различные таблицы, графики, диаграммы, которые помогают нам не только прогнозировать теперь эффективность рекламных кампаний до ее запуска, также мы можем оценивать работу, эффективность работы любого специалиста по контекстной рекламе. Так как я говорил, что отдел контекста уже сегодня состоит из более чем 50 человек, он тоже имеет довольно сложную структуру, то есть иерархию. Есть специалисты по контекстной рекламе, все они разделены на команды. У каждой команды есть свой руководитель, есть руководитель у всего отдела. Так вот, в эту BI-систему, если заходит специалист по контекстной рекламе, он видит информацию только по своим проектам, которые он ведет. Если заходит руководитель команды, он видит информацию, статистику по всем проектам, которые ведут специалисты его команды. Если заходит в эту BI-систему смотреть отчеты руководителя отдела, он видит всю информацию по всем проектам.
схема работы всей этой системы выглядит примерно таким образом. А дальше основным движком для трансфера данных является язык R, который в первую очередь подключается к справочнику проектов. Справочник проектов у нас развернут на просто в обычном Google Docs, потому что он наиболее удобный для совместной работы, и там не так много информации, то есть Google Docs вполне хватает. Далее R-скрипт получает всю нужную информацию для парсинга данных из докса, идет к API всех рекламных систем, после чего собранную информацию категоризируют и складывают в MySQL, к которому подключен Power BI. Также Power BI еще через R-коннектор подключается к некоторым доксам нашим внутренним и также загружает эту информацию, после чего мы получаем все наши отчеты ежедневно обновленные. Что нам дало внедрение этой BI-системы? По отзывам руководителя отдела контекстной рекламы Валеры Красько, у нас значительно увеличилась скорость и качество принятия управленческих решений. Далее у нас появился универсальный аналитический инструмент для всех сотрудников отдела. Как я уже говорил, специалист по контекстной рекламе с помощью этого инструмента мог оценить эффективность рекламы во всех источниках по каждому проекту, который он ведет. Руководитель команды мог оценить работу каждого специалиста, а руководитель всего отдела мог оценить работу как каждой из команды, так и каждого специалиста и посмотреть статистику по каждому проекту. Ну и доход отдела за первый год использования этой системы вырос на 65%. Если кому-то будет более интересно узнать о каждом из кейсов, которых я сегодня рассказал, я рассказал вкратце, потому что за полчаса углубиться в детали просто невозможно, вы можете почитать три вот эти статьи, они все есть на нашем блоге. И когда у вас будет доступ к презентации, вы сможете перейти и уже ознакомиться с каждым из кейсов, который вам будет интересен, более подробно. Также, как я уже говорил, я являюсь автором курса «Язык R для интернет-маркетинга». И всем вам, кому это интересно, как вы видели, во всех наших трех BI-системах именно язык R являлся основным инструментом для трансфера данных между всеми системами. Так вот, для всех вас по промокоду ICAM2018-20 скидка 20% на приобретение этого курса. Скидка действует до 28 февраля. Тут небольшая опечатка 2019 года. Вот, то есть до конца зимы. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание и готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо. Почему не Python? Так получилось, что года три назад мне на Хабре попался анонс курса по R на степике. Вот, на тот момент там уже был курс по Python, но мне на глаза попался R. И с этого курса все началось. Потом я уже прошел курс по Python, но не нашел ему применения. То есть я не нашел ни одной причины, почему мне надо перейти с R на Python, если все то же самое есть на R, но я уже делал в нем немного быстрее. Но, в принципе, те же задачи можно решать действительно и Python. Спасибо. Еще вопрос. Вы говорите, на основе данных своих клиентов вы принимаете решения или создаете видеопланы для своих клиентов. Верно. Это у вас есть многие неизвестные, там, клика, конверсия и так далее. Да. Насколько лояльно относятся ваши клиенты к тому, что вы используете данные? Дело в том, что мы собираем эти данные только у нас на нашем сервере. Они не уходят ни в BigQuery, ни куда-то еще. Они лежат только в MySQL, который на нашем сервере, к которому ни у кого нет доступа, это раз. Во-вторых, как я уже говорил, специалист каждый видит данные только по своему проекту. Те же данные, которые он видит в любой, зайдя в Google AdWords. Мы никуда не отдаем эти данные. Все эти данные для формирования новых медиапланов используются безлично. Они используются только в таких категориях, как тематика продвижения проекта, география продвижения проекта, источник и сеть распространения объявлений, без привязки к доменам и каким-либо еще познавательным знаком там самого проекта. То есть на вашей практике не было со стороны клиентов ни одного обращения по поводу безопасности данных и автоматического их получения? Абсолютно нет. С таким же успехом они могут нам запретить заходить туда в Google AdWords вообще. По сути, они ничем тут не рискуют.
Окей, последний вопрос. Если это не закрытая информация, сколько для NetPeak сейчас отходит стопа в API? Именно стоимость месячная. $10. Нет, $30, по-моему. Мы сейчас 3 лицензии используем. А, то есть для всего большого количества ваших сотрудников? Это, смотрите, то, что я сказал, так эта система работала первый год, когда у нас был вообще тестовый бесплатный период. Сейчас мы оставили только руководителям команд отдельные лицензии и руководителю отдела. То есть специалистам мы уже не даем доступ к этой системе. Почему? Потому что они не так активно пользовались. Пользовались больше руководители. Для специалистов это было больше, наверное, как какой-то дополнительный инструмент, который надо изучить. Вот. Они привыкли работать там, в Analytics, в Google Docs, и как бы ни я, ни Валера Креско, который является руководителем отдела контекста, не увидели смысла покупать на 50 человек каждому отдельную лицензию, а обеспечить безопасный доступ к данным, да, вот так, чтобы каждый видел только свои проекты, на одной лицензии невозможно. Вот. Поэтому мы закупили несколько только для руководителей команд. А я правильно понимаю, что вот ваши сотрудники не захотели, да, вот самые первичные люди, которые там настраивают рекламные кампании, не захотели пользоваться Power BI? Почему? По неудобству дешборда, по каким-то другим причинам? Как я же говорю, это просто требует изучения нового инструмента, который не самый простой. Вот. Часть сотрудников пользовались, но основная часть, там процентов 70, не пользовались. Поэтому как бы мы не увидели смысла покупать всем. То есть оставили доступ руководителям. Любой специалист, которому интересно посмотреть свой отчет, он может подойти к руководителю и сказать: давай мы сядем, я хочу посмотреть какую-то информацию по своему проекту. К тому же там были такие отчеты, которых нету ни в AdWords, ни в Analytics, ни где-то еще. Почему спрашиваю? Да, да. Ну, не езжу. Частично мы еще перевели эту систему, но это целая тема для другого доклада. Мы сделали на основе вот этих собранных данных позже, чтобы не покупать лицензии, по самым основным отчетам, которые посчитали самыми эффективными, мы сделали дайджесты. Что это такое? Опять же, А обращается в эту базу данных, собирает информацию для построения отчетов и отправляет каждому специалисту письмо с этими отчетами. То есть они не являются интерактивными, как это в случае с Power BI, но специалист раз в месяц получает всю эту информацию и может ее проанализировать. То есть таким образом мы не тратим на покупку лицензии, а просто вот приходит письмо. Ну и типа обрати внимание сюда, тебе надо что-то поправить. Вот, мы перешли в другую систему частично. Но те же данные все мы используем, которые собираем. Спасибо большое. Не за что, спасибо за вопрос. Какое еще питание? Дякуємо вам, Олексій. Все, спасибо большое. Попробуем.